Всем ни хао. В общем, сижу, никого не трогаю. На ролики залипаю, дожидаюсь процедур. Вернее, как, ВКонтакте сидел. Написал мне Челбрис. Привет. Я говорю, привет. Ну, не мог понять, кто это. Да, если ты тут сюда. Вот, что указано тут. Там 39 друзей. И в жопу. Просто фамилия Бронников знакома, у нас один ПТУ такой был. Гейкоин купить, продать, запись удалена. Еще какая-то хрень. Ну, я всегда проверяю, кто мне пишет. Бездумно не общаюсь. Вот. Так, идем дальше. Ну, и вот он мне кидает фотку, говорит, у вас там было. Что ему написать? Ну, давайте напишем, что не было. Хотя... пообщаюсь с ним сейчас, он быстренько напишет. Ну, это чисто развод такой. Я с такими разводами встречался. Тут одна баба писала, я как бы трупов-то из контакта удаляю. Вот. Там одна баба написала, типа, го ебаться. На что я говорю, типа, ну го. И она там, типа, что-то написала мне, я не помню уже чего. Не помню, что написала, потом такая, типа, предложила, что, мол, давай, типа, это... встретимся там-то, там-то, типа, можешь забронировать номер, типа, я так говорю. Ну, я написал, что, типа, из, как бы, а ты откуда? Говорит, я из Москвы, такая-то, говорит, я с Кузьмина, тоже что-то с Москвы, там, с Люберецкого района, типа, он говорит, о, давай, типа, говорит. Ну, он говорит, что, может, тоже попробуйте, ну, давай. Сейчас мы ему мозги выкопаем. Так, что можно? Блинкс. Не выдержусь, я тебе сходил, укол сделал. Разбаливающий, я что спина болит, не помню. Че, где-то простыли? Нет, простыли. Не знаю, что ты говоришь. Да, вот в воскресенье, еще я не могу в воскресенье. Я не могу. У меня тоже что-то ноги побаливают. Но не так сильно. Все побаливает? Немного ноги побаливают, так. Да, ну и... Сосед тут пришел. Так, что у нас тут? А, что-то кого-то окучивает, видимо. Баба как бы типа что-то предлагает. Ща мы ему напишем. Я обожаю таких кабрил. Вообще, я мошенников разводил. Один раз с мошенником садился. Вот, я ему такой веселуху. Так, вот давайте-ка в кресле посидим. Блин, это вообще капец был. Ой, блин. Писал. Лучшие бонусы и хорошие призы. Дай-ка ему напишу. О. Так, давайте-ка посмотрим, что это за хрень. Так, что? Брейв? Брейв. Там же дофига у меня страниц, да? Круто. Смотрите-ка. Казино. Класс. Так, стоп. А, это же у нас, по-моему, приложение, да? Если не ошибаюсь. Так, 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 так. Ладно. Посмотрим, что он на это ответит.
знакомого хатрон. Ой, блядь. О, у нас там дыхательная гимнастика, надо было сходить. Ну да и... Чё, не пишет нифига? Ну, видимо, уже понял, что его раскусили и ничего не пишет. Хотя вот у него этот... Ну, пишется онлайн, все дела, бла-бла-бла. Ну ладно. Подождем. Тут жалко, на телефоне паузу поставить нельзя. Чтоб печально. А, дыхательная гимнастика. Чё, ничего не пишет? Алло, мы ищем таланта. Угу, понятно. Окей. В общем, это Чобрец ничего не пишет нам. Ничего. Ну и ладно. Такая вот жопа. Ни хрена мне не отвечает. Монтажить это видео я не буду. Так оно останется 6 минут. Так-с. Что у нас тут? Ну, это только, знаете, всратый метод. Это уже, блин, не работает. Типа, знаете, там... Ну, да... Кстати, на казино вот рубить бабло можно. Я скажу сразу. Там реально можно рубить бабло. Но казино и немалые бабки. Но об этом рассказать нельзя, либо тебя забанят. Есть такое понятие, как богоюзерство. Никто не знает, есть такое понятие, как богоюзерство. Блять. И богоюзеры, они никогда о багах не рассказывают, они сами максимально грабят казино, потом их через какое-то время, там, неделю, админы палят и банят. Баг закрывается, он не держится там неделю. Вот, потом эти богоюзеры создают новую учетку, уже реферальную учетку, и по этой реферальной учетке накачиваются рефералов и быстренько так еще добывают бабки. Вот так вот. А, мне ничего не ответил, ну и хер с ним. В общем, я вам объясню, типа, что вот у нас тут казино есть. Так, это вообще. А, я же закрыл страницу-то. Так. Просто вот есть богоюзеры. Богоюзеры, они бывают просто там где-то что-то увидели. Баг какой-то начинает его юзать, и баг этот срабатывает. Но чтобы заюзать этот баг, вон тут даже перенаправление какое-то есть. Ну, специально скрыл, что Soul View. Ну, он сейчас скажет сразу, о, типа, 150% на депозит. Нет, не надо. Блин, сейчас еще крутанем, ну, чё. Мы ж люди-то рисковываем, давайте еще крутанем. Сейчас 100%, а то же самое выпадет. Это замануха. Тут рандома никакого нет. Попробуй еще раз. Ну, вот он мне говорит. Попробуй еще раз. Ну, бывает там такое. Ну ладно, мне ничего не написал. Дальше уж что-то говорить не о чем. Ждать. Вот так вот. S3XNHub сайт. Это, по-моему, у нас редирект. Ну, это как его сокращалка. Таким макаром он закрыл. Скрыл, как бы, этот, грубо говоря, рефералку, то есть он нагонит на вас рефералов таким макаром, ну, вы становитесь его рефералом, и вы играете,
это поиск лудоманов. Я не лудоман. Я БГ-юзер. Вот и все. Я могу иногда зайти на сайт казино, там что-то потыкать, посмотреть эти строчки кода, нихуя не понять и забить. Вот как-то так. Можем как-то так. На этом все. Всем удачи, всем пока. Не попадайтесь вот в такие разводы. Он мне написал привет. Я просто услышал Леша Бронников. Фамилия просто Бронников у нас. В ПТУ такой был чувак. И я просто не помню, как его зовут. Какое у него имя. Фамилию я запомнил. Бронников. А вот думал он. Ну, думал, сейчас мне напишет там привет. У нас встреча учеников ПТУ. Я говорю, ну что, давайте встретимся. Что прикольно. И тут он мне сразу говорит, посоветуй мне одной дилемме. Я говорю, ну, понимаю уже, что типа какой. Да, понял, что уже какой-то развод пошел. А тут он мне говорит, вот как-то так прилипло с автомата. У вас так бывало? Я говорю, нет, не бывало. Можете попробовать, а что можно. И пошло, мне разводило. Забавная штука. Вот как-то так. Всем удачи, всем пока.